Приветствуем вас, дорогие зрители! Превьюс-блог в эфире, наша команда в сборе, а следовательно, мы готовы радовать вас свежими видео. В этом выпуске мы расскажем о необычной игре, которая вызывает больше вопросов, нежели ответов. Чем так загадочен PS3 эксклюзив Beyond? Сейчас расскажем! Впервые Beyond Two Souls показали на выставке E3 в 2012 году. Из самого первого трейлера игра вызвала неописуемый восторг. Сами посудите, шикарные сюжетные повороты, необычный геймплей, а также разработка под предводительством Дэвида Кейджа, создателя таких замечательных игр, как Heavy Rain и Фаренгейт, вряд ли кого оставила равнодушной. А играть будем за Джоди Холмс, главную героиню, с которой нам предстоит провести 15 долгих лет. Игровых, разумеется. Внешность нашей подопечной подарила известная актриса Эллен Пейдж. Все благодаря технологии Motion Picture, на которую разработчики проекта потратили многочисленные дни и часы. Но думаем, что результат оправдает колоссальный труд. Кроме Эллен, в создании игры участвовал легендарный актер Уильям Дефо. В общем, за сюжетную часть можно не беспокоиться. Нас ждет много интересностей. Ну а действия игры будут крутиться вокруг Джоди Холмс и призрачного духа Айден. Вместе эта парочка образует невиданную живую силу, которой позавидовал любой спортсмен. Мощь союза настолько велика, что охотившиеся за девочкой спецназовцы просто испепеляются. Почему правительственные организации хотят получить в руки девушку? Да все потому, что сверхспособности Джоди позволяют ей с помощью Айдена брать под контроль людей, а такие умения ой как необходимы правительству. А поэтому ее терроризируют спецслужбы, полиция, психбольницы, а также другие неприятные личности, портящие людям жизнь. В общем, события Two Souls не дадут нам заскучать, что очень радует. Сюжет — это, конечно, хорошо, но в любой игре более важной составляющей является геймплей. Условно, игровые особенности Beyond можно разделить на несколько составляющих — головоломки, диалоги и quick-time events. И если с диалогами и QTE все понятно, то головоломки вызывают много вопросов. Как они будут выглядеть? На чем основаны? Это до сих пор не ясно. Можно лишь предполагать, что здесь будет некое смешанное подобие Heavy Rain и L.A. Noir. Помимо этого, нам предстоит возможность передвигать предметы с помощью телекинеза, использовать мотоциклы для ухода от полиции, рушить дома и многочисленные строения. И все это приправлено такой тягостной и густой нуарной мистикой, что не возникает сомнений. Игра будет крутой. Проанализировав все, можно сказать, что Beyond Two Souls будет отличным проектом. Сильная сюжетная кампания, большое внимание к мелким деталям, профессиональные актеры. Нас ждет очередной и отличный Фаренгейт. Беда лишь в том, что будет ли интересно в это играть, если большинство фишек проекта касаются сценария. Вот это нам и предстоит узнать. А релиз Two Souls состоится 8 октября 2013 года. Ждем! На этом все. Пишите пожелания, беспощадно ставьте лайки, а также обязательно подпишитесь на канал. С ваших мониторов вещал Превьюс-блог. До новых встреч и не болейте!